Сегодня в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя проходит второй день архиерейского собора. Участники собора принимают участие в пленарных заседаниях. И я с удовольствием вам представляю одного из участников собора. Это епископ Алексей, представляющий Вознесенскую епархию из Украины. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом форуме, о том, насколько значимым является этот собор для тех, кто сегодня собрались в этом зале. И лично для вас, вот, что вы увезете отсюда к себе на родину? Ну, во-первых, это очень важно, что проходят соборы, дают нам возможность общения, потому что мы в символе веры исповедуем во единую собор Святой Апостольскую Церковь. Во-вторых, конечно же, вы знаете, что у нас на Украине неоднозначная ситуация, не все так просто, но тем не менее это дает возможность почувствовать братскую поддержку, это дает возможность ощутить ту заботу, что вот, действительно Господь промышляет о нас, Господь изливает любовь, и это именно совершается через ближних, особенно через братья, через предстоятеля нашего святейшего патриарха Кирилла и блаженнейшего митрополита Ануфрия. Достаточно обширная программа архиерейского собора. В течение многих дней она проходит. Вот, на ваш взгляд, что является главной ключевой темой, на что нужно особо обратить внимание митрополитам, архиепископам, епископам? Ну, конечно, здесь поднимаются злободневные вопросы, которые ставят нам жизнь, которые встают перед церковью. И вот мы вчера слышали доклад святейшего патриарха Кирилла, который был очень насыщенным, очень, скажем, трудоемким. И, конечно же, есть над чем задуматься, потому что, ну, мы знаем, что мелочей в жизни человека нету, потому что от этого зависит спасение. И особенно вот архиерейский собор накладывает особую ответственность. И чувствуем внушение Духа Святого, потому что от этого зависит спасение душ человеческих. Потому, конечно же, собор дает возможность обсудить вопросы и найти те ответы, то правильное решение этих вопросов, которые ставит перед нами современная жизнь, современный мир. Я знаю, что не все вопросы освещаются в средствах массовой информации, что-то остается за кадром, может быть, действительно это и правильно, но все-таки, вот, на ваш взгляд, вот, что стоит сегодня, о чем стоит во всеуслышание говорить о тех вопросах, которые рассматриваются на заседании собора? Ну вот вчера в докладе Святейшего Патриарха он часто акцентировал внимание на то, что общество отделяется от Бога. Это самое вот страшное, что может переживать сейчас общество, потому что недавно мы переживали коммунистический режим, это режим атеизма. А сейчас режим безбожия. Почему? Потому что люди согласны, что есть Бог, но не хотят жить. И, конечно же, сейчас на плечи архиереев и да и всех христиан православных ложится большая ответственность о том, чтобы проповедовать Слово Божие, но уже не просто читать Евангелие и толковать его, а уже своей жизнью свидетельствовать о том, что действительно Господь любит нас, что истина сделает нас свободным от греха. На этом вот часто акцентируется внимание для того, чтобы было не только внешние атрибуты, там, догматы церкви, обрядности, богослужения, но и именно, чтобы было и внутренняя составляющая, которая неразрывно связана с душой человека и со спасением. В слове святейшества было еще много сказано и о социальной направленности деятельности Русской Православной Церкви. Вот как вы думаете, на Украине какие направления особенно сейчас актуальны и важны? Вы знаете, я полностью согласен со святейшим. Почему? Потому что, допустим, в моей епархии тоже прерогатива работа с молодежью. У нас изыскиваем возможность, чтобы преподавать христианскую этику в школе, чтобы вот у нас молодежь, слеты молодежные делали. Конечно, есть свои трудности и финансовые, и политические, но тем не менее Господь поспешествует. И почему это очень важная социальная работа? Потому что вера без дел мертва. Мы с вами знаем Писание и учит нас так апостол через внушение Духа Святого. Потому, конечно, чтобы иметь чистую, светлую совесть, мы свою веру не просто словами должны доказывать, а показать ее, потому что в виде добрые дела прославит Отца нашего Небесного. Владыка, я вам от всей души желаю помощи Божией во всех ваших делах. Спасибо, Господи. Храни Господь вас. Уважаемые телезрители, а я вам напоминаю, что мы беседовали с владыкой Алексеем, который представляет Вознесенскую епархию из Украины. Всем хорошего и до следующих встреч.